Все, врубаю запись. Так. А, у меня уже давно началась. Я понял. А, у тебя началась, да, сейчас запись? Да, сейчас начал запись. А, да. Привет всем, сталкеры, с вами я, Денис, и... И Бесер. Да, мы начинаем играть. А, ну, почему начинаем? А, ну начинаем. Ну, начинаем сейчас, по сути, да, зашли только. Начинаем веселиться. Да. Или, скорее всего, отхватывать лещей. А, ну мы за разные тимы. Короче, кто-то из нас по-любому один будет отхватывать, а второй будет в нагибающей команде. Пока. Убили. Бронебойные патроны сразу поставь. Так. Y, Y, кнопка. Y. Так, да-да-да, а как, откуда они должны, типа, их закупать? Не закупать, у тебя бесконечные патроны, что бронебойные, что какие. Понял, их просто поменять нужно. Да-да-да. Да. Все, у меня пошли фраги. И меня сейчас ёбнут. Окей, все. А... Где мое оружие? Три фрага. Я почему-то оружие... Нифига ты. Я пока два раза умер. Ха. Ну я на подлые на своей позиции пока держу центр карты. Ага. Блять, нет! Нет, нет, нет! Да, да, да. Прям в яму меня закинули. Ладно, поработаем в крысу немного. Тут только так и надо. Ты еще в сурвариуме не играл. Там уж это, в сурвариуме кто кого перекрысит. Чисто идет соревнование. Ну я смотрел тебе обзор. Ух ты ж, да, блин. Ты меня убил. А, да, 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 да. А, и ты увидел мою яму, что ли? Не, не важно. Я меняю позицию. Я не буду тут сидеть. Ну я понял так, что ты бегаешь по вот этой, это, ангару, или как он, по гаражу, где эти пожарные машины стоят. Ну сейчас я в другом месте, еще не дошел до гаража. Я просто, меня там убили. Да. Ну, я понял, что ты там тусуешься. Ну, там центр карты. А кто держит центр, тот держит карту. Пром-пром-пром. Вот шагает рядом со мной. А, блин, что тут происходит? Чё? Ты как меня убил? И откуда? Я тебя даже не видел. Я покажу тебе на видео. Я в плечо твое попал, короче, из ямы. Ладно. Теперь я опытный наемник. Меня одно почему... убийство... Меня почему опытного 18 смертей. Я вот этого прикола не понимаю. Как это работает? Так, ну, появилось у меня новое оружие, но не знаю, смысл есть в этом. Есть, есть. И броню есть смысл это... есть взять, если ты опытный теперь. Ну да, я ее уже взял. Так что, теперь я в сейве. Я был опытный все это время и не заметил. И все это время, неважно. Ай, осуждаем, осуждаем. Так, ну запикаем. А на ютубе можем материться, нет? Можно. О, знакомая позиция. Наконец-то, да. Я ждал тебя здесь. Ну, видишь, я побежал на спринте и погиб. Вот. Не надо тут так делать. Да, я увидел, что не успел сосредоточиться. Теперь я профессиональный наемник. И могу себе позволить СВУ. Ой, СВУ? А, да, СВУ. Нифига там дерзкий. Ко мне в двустволку. А мне вроде... А мне этот вылетел. Ну и чисто небо. Сейчас тебе вернусь. Не верю, что это происходит. Так, так, так. Почему так? Я хотел СВУ себе купить, но... Не получилось.
О, я и фенку налутал. А, ты уже можешь купить или... Нет, пока. Кого-то? Не, просто с трупа забрал. Тихо-тихо, брат, блядь, ну я же глушитель не успел поставить, блядь, ну ёбаный рот. Убили. Да. А я возвращаюсь в игру. Красава. Как удобно, что можно в один момент перезаряжаться и мазать аптечку. Одновременно. А-а-а. Спасло жизнь. Беда. Так, да-да-да. Пожарная станция. На пожарной станции 19 верхов. Тут пиздец, что происходит. Там мясо, да. Я ветеран. Ух ты ж, убивают, убивают. Кто-то меня спалил. Да ну, нафиг он его. Какой дробовик в упор, вы чё? Глаз. А что это за глаз, типа, что он значит? У меня, значит, он в глаз попал, блядь, дробью. С дробовика. Да, прикол. А все, последние полторы минуты доигрываем. Потом будет перезапуск, и мы типа меняемся ролями. Я буду наемником. Я за свободу, да? Да, да, да. Ага. Что происходит? Да нет! По лестнице, но по итогу упал, да, у меня было где-то, не знаю, 5 хп, и меня кто-то стрельнул и убил. Ах. Так, ладно, я пока посмотрю, кто где. Ты где сейчас находишься? У меня подлая позиция, короче, через щели смотрю. И у меня почему-то не работает ничего, не прицел, я, по-моему, сейчас вылечу. А? По-моему, сейчас будет вылечу. Залагал, типа, или как? Да-да-да, все на местах стоят, никто не стреляет, короче, это. Я хожу, все, вылетел. Понимаю. Не, ну мне кажется, мы не доиграем. Да, да. Хотя нет, 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 смотри, там же этот счет-то идет. А у меня сбился мой статус, прикинь, я опять новичок. Да? А, ну, помянем. Похуй. Блять, и фэнк из-под ног только что исчезла, хотел подобрать. А чё за несправедливость? Короче, я начинаю щель свою простреливать, подлую. А, это ты, да, Стис? Блядь! О, боже, ладно. Ладно. Так, ладно, я понял, засиделся на той позиции, чё-то. Я понял, про какую щель ты имел в виду. Вот откуда эта граната? Я ее даже не слышал, как она падает. Убили? А, нет. Ну не меня, так. Ну накинули рядом. Куда ты против ямы-то? Кто там идет? Безумный Макс. Против ямы не попрешь. Жестко. Эти убили, нет? Не-не-не. Теперь да. Да. И я опытный теперь. Ладно. Что-то засиделся на одном месте. Ох, какая позиция. Нет. Фиговая позиция. Да, ну я понял. Неприятно, когда твоя бывшая тебя убивает. Да, да, да. Я на нашем респауне бедом намазано. Не, ну там так-то классно. Темно, знаешь,
плохо видно игроков. Твоя. Блять, кровь истек. О. Да ладно, нормас! Чего? Ты видел? Что сейчас произошло? Ты гранату кинул, да, пока я тебя убивал? Да, я кинул гранату, ну вглубь, короче, это. Ты меня завалил, я кровью истек. Ты пошел, короче, перезаряжаться или что? Да, я забыл, пока перезаряжался, меня граната убила. Да, 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 так получается. Ты, наверное, еще отступал на гранату, может, не видел, куда она прилетела. Я вообще не видел, чтобы ты гранату кинул. Опять мне хуёв в спину насывали, пока я с базы пытался выйти. Воу, хедшот с дробовика, неплохо. Вот сидит козлина на нашей базе. И хуй его оттуда выкуришь. Вот опять кто-то по респауну работает. В общем, все по-старому. Кого-то я убиваю сейчас. Красава. А, ну... Опять мы с тобой встретились. Я опять туда гранату закинул, но в этот раз ты просто выбежал уже навстречу. Будет прикол. Это я тебя убил. Да, видел. Спасибо, что не нож в спину. Так, так, так. У вас тут на базе еще так тихо, спокойно. А, блядь. Сейчас бы играть научиться. Ну, блин. Вот что это такое? Я не мог ни в крысу, ни это, не сделать это. А ты знаешь, как этого зовут? Лидера одиночек в сталкере «Чисто небо» на кордоне. Ну, через мост там, короче. Валериан. А, точно, да. А то я что-то до этого момента думал, что там бес сидит у них. Не, ну похоже, по-моему, там одна и та же рожа у них натянута просто. Да. Ну, это, как всегда, удачно зашел. А, да, да. Ну, привет, я тебя ждал. Дядя, не надо. Да, обожаю лестницу в сталкере. Но мне что-то она уже все не внушает доверия. Нафиг мне нужна. Счет равный. Погоди-ка. Ну. Это я только сейчас заметил, что тут карты многоуровневые. Типа переходишь на второй этаж, у тебя карта меняется. Да? Я вот сейчас схожу, с мини-картой играюсь. Типа она сама меняется или ты да, ее как-то меняешь? Сама меняется, когда ты на другой этаж переходишь, у тебя карта другого этажа включается. О, офигеть. Я тоже заметил. Нифига. Ух ты, меня, подожди, кто-то убил, пока я это проверял. Надо. Ой-ой-ой, 25 Хватит, аптечек вот у меня в инвентаре. Как это плохо. Или что-нибудь вывихнет. Да. Да. Как это называется фигня, когда голоса в голове? Шизофрения. Ага, спасибо. Понял, нет? Как называется, когда голоса в голове? Ага, спасибо. Ха.
Ха. Шутки от Петросяна. Вот вам моя щель покоя не дает. Всей толпой сюда пытались ее заштурмовать. Куда меня убивают? Вот как он меня увидел? Зеленый свободовец сидит в зеленых кустах. Какие шансы его увидеть вообще? Зеленый свободовец в зеленых кустах с зеленой, блин, зеленой травой. Не без этого. Это фулл РП. А у тебя есть доступ к гаусс-пушке? Нет? Есть, я же мастер. Так. Что за звуки? Это знак. Я прям слышал, как ты крался. Да тут шаги на полкарты слышны. Ах ты ж. Счет равный. Тоже оружие себе что ли купить? Ха-ха! Попробуй. Говорят, помогает. А то как-то пистолет это несерьезно, по сути. Сейчас бы кровью истечь еще. Это сидишь? Не, я передвигаюсь на корточках. Я смещаюсь постоянно. А, блядь! Сказал, что я передвигаюсь на корточках, сразу же встал на полный рост и сразу же погиб. Да, так и живем. А я, короче, на контр зажимаю и на нем прыгаю. Так вообще вроде не слышно. Да, я знаю эту фишку тоже. Ух ты ж. Стой. Можешь меня не убивать, да? И подойти, короче. О, стой. Вот он я. Не убивай. Иди сюда. Я такой, смотри. Ползу, да? Ползу, поворачиваюсь, а здесь такое вот. Нормальный контент. Боже. Да. Неплохо. А от чего он работает? Слушай, этот телек, он подключен вообще куда-нибудь? Да кто его знает. Не знаю, на батарейках. От аккума запитанного автомобильного чисто. Да, он к аккумулятору подключен, наверное. Еще хлещ. Не, посмотри. Что лучше? О, нормально. Не знаю, как ты с третьего лица-то выглядит. Ну, а так и выглядит, что это жопа это проходит сквозь экран и обратно заходит. Выходит и заходит. Ну, правда, там больше ноги. Да, нормально идти. Я вроде даже никак не разбить. Короче, надо активнее искать. Я тебя почему-то найти не могу. Я потому что, ну, когда ты сказал, что, типа, мои шаги слышишь, я стал на карачках двигаться. Мы, наверное... Вокруг одного и того же места. Просто прыгаем. Да, походу. Даже как-то не по себе становится. Счет равный. Это шестой, я даже выстрелил. Чё? Кто там в аномалии погиб? Я даже не слышал, как ты это выстрелил. Ну, с глушителем. А почему за них... А, нет, стой.
За тебя кто-то еще вступил. Да-да-да. СПСК, а, точно, я же наемник. Александра как его срезал. Я, короче, чисто вот это на трубе сидел, стрелял туда в темноту, там взорвалось. Так, стоп, откуда ты это стреляешь? Я позицию себе нашел, не знаю, пиздатый или нет, но двух уже завалил отсюда. Трех уже завалил отсюда. Да. Хорошая позиция, слушай. Рядом, короче, с моим домом, который я тебе показывал. Нет, 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 кто там, я палец. А у меня еще и аптечек нету. Я, кажется, понял, где ты находишься. Слышал взрыв? Да. Ну что-то на этом сервере у меня прям жесткая игра пошла. 8-1 иду. Ой. Наверное, враги у нас простенькие. Может. Не знаю, мне кажется или нет, или ты когда на контр сидишь, но держишь и залазишь по этим, по лестницам, то ты быстрее лазишь. Не знаю, может показалось. По-моему, одинаковая скорость. Сейчас попробовал. Опа. Опытный сталкер. Нормально. Прекрасно. Я только не закупился. Я теперь опытный, но бегаю с пушкой как новичок, короче. Не закупился я, так. А. Александр, уже в 10-й раз одной и той же позиции убиваю. Он все не чухает никак. Опять Александр. Что-то он у тебя постоянный клиент. А он идет напропалую, это, не смотрит по сторонам. Ну, я, кажется, понял, где ты находишься. Это точно крыша, но... Ухлиш. О, хп-то у меня на донышке осталось. Так, кто это? Кто там? Такой... Перезарядочка, это очень хорошо, Александр. Да ладно. Вот жалко Александра. Опять я не закупился, блядь! Что со мной не так сегодня? Ох ты ж. Уф. Живем. Я живой. Но задыхать. Подо мной кто-то ходит сейчас. Это Александр. Да, 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 да. Ух ты ж. Александр меня обожает, походу, сейчас. Да, но я понял, теперь где ты сидишь. Не сижу, я позицию меняю. Блять, больно. Вот сейчас бы перезаряжаться начать. Не вовремя. Я прям слышу, как ты ходишь. Ух ты ж, ой, ах ты ж, ладно. Все, я понял, где ты. Это ж плохо. Надо позицию менять, чтобы ты снова не понял.
Хорошо. Откуда ты прилетает? Кого я вижу, слушай? Нет. Никого не вижу. Пока что. Ну там, короче, на крыше сидит у тебя. Прям перед окном. На втором этаже. Ну, типа, второй этаж. Да, я понял. Вот этот чел был, да? Да, да, ты его убил. Вопрос только в том, откуда ты его... Ох! Я не знаю, как я выжил сейчас, но мне гранату закинули на чердак. А потом еще и заштурмовали меня, у меня... Короче, хелов сейчас вообще не было, даже вот красные полоски, ну, не было вообще видно. А? Че стреляешь в меня? Так, стой. На чердак. Сейчас такое чувство, будто я в танке играю. Да? Там типа тоже надо в кусты прятаться, типа. Следить. Вот, вообще для всех русских игр одна тема, в кустах сидеть. Да-да-да. Ну пока что я. Не, ну это в целом приближено к реальности, где тоже надо ныкаться, это, из укрытия стрелять, позицию менять. О, пошло движение. Ладно. Пошло движение, кто-то по лестнице поднимается. Ты на элеваторе, да? Ну, посередине на элеваторе кто-то на лестнице поднялся. И меня кто-то обстреливает, короче, мою позицию. А, вижу, 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 типа. Я экзоскелет нашел. Где нашел? Понял, где нашел, все. Спасибо за информацию. Я теперь знаю, что там экзоскелет. Как можешь так бегать? Как так? Неправильно бегать, что ли? Не-не, типа. Хочу чел убить, но он прям бегает быстро. Но он стамину это экономил прямо на этот случай. Это кажется, или наверху кто-то сидит? Ну, да, есть, чего? Есть типок наверху. Ты, скорее всего, Денчик. Да нет, тебе показалось. Я уже смылся оттуда. Ну там еще чел бегает. Видел? Дима, короче, наверху еще был. Ох ты ж. Я видел тебя. Ага. Я не знаю. Лифт я умею делать, ну, целенаправленно, он по-другому делается. Не так. А? Чтобы лифт сделать, надо на стыке текстур встать. И, в общем, ну, вперед-назад ходить и прыгать. И там есть шанс, что получится взлететь. Mm-hmm. Я сколько раз пробовал, ни разу не получалось. У меня получалось, надо именно место найти. Ну, где конкретно ты знаешь, что там стык текстур. И там должна быть ровная поверхность. Вот на что я сейчас тут зацепился. А, например, пол там, или не знаю. Да-да-да, пол там что-то или такое. Ровная земля, чтобы была. И рядом еще, чтобы стена была. А, стена еще нужна? Ну, вроде говорят, да, что нужна стена. У меня без стены не получался лифт. Headshot. Опять? Да. Что-то тут происходит такое. Как так? Как так получается? Что-то странное все это. Мы уже не удивляемся. Да, 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 уже знакомая ситуация. Короче, буду. Опа. Буду чисто по серверу. Ой, по серверу, по карте ходить кругами. Не надо меня стрелять, ты же свой. Буду искать, кто спрятался, в общем.
А я тебя опять вижу. Да? Не знаю даже, куда ты пошел. Ладно. Это мне не помогло, честно говоря. Чего? А. Ладно. Опа, что у нас аномалия сработала? Потому что Александр там прошел. Ну, жарко у нас сработало. Воу-воу-воу-воу-воу. Я френдли. Кто там стреляет? Я мирный. Да. Friendly fire, огонь по своим. Интересно. Кто-то меня в спину опять насывал. И куда ты исчез потом? Это кто-то тебя обошел, но... Ну почему так? Я, короче, видел, да, ты перелез через это окно, да? Ага. Сидишь там, я решил тебя обойти. А ты меня увидел, походу. На реакции. Так, ты... Кто-то тут шагал рядом со мной. Меня это смущает. Ты чё? Ты видел, он меня стрелял, да? Да-да-да. Убийца! Глаз, вы убийца! Если ты меня сейчас опять убьёшь, то я даже не знаю. Звучит как начало челленджа. Типа, если ты меня опять убьёшь, то я сниму видео про то, как... Не знаю. Убивай химеру ножом. Окей. Челлендж принят. Не, ну это жестко. Химеру ножом это слишком жестко, по-моему. На мастере, без отличия. Ну почему бы не попробовать? Ух ты ж, не допрыгнул. Не, типа давай, кто сейчас, вот именно сейчас из нас. Типа, если я тебя убью, да, то ты челлендж вот это выполняешь. Если ты меня, вот сейчас именно. А, я понял. Ближайший, я. Да, я понял. Давай так. Ну все, тут очевидно уже, кто кого. Так. Я вот, знаешь, только договорил, ты уже меня убил. Не, ну можем заново сбросить, заново это. Типа ладно, давай будем считать, что я нечестно победил. Так, все, давай заново. Все. Это последний раз, последняя попытка. Все, пошло. Пошла попытка. Да ну, все. Какая-то дурацкая игра, это чистое небо. Да, да, как вообще согласен. Вот эту сетевую игру играют. Вообще невозможно же. Видишь, они все так же через боль играют. Да. Пока не научится, пожалуйста. Ну я сам не научился еще. На прошлом сервере мне хорошо объяснили, что я еще такой себе игрок. Не, ну сейчас у тебя хорошо получается. Тебя хвалить. Ну все, с меня тогда видос. Как я химеру убиваю. Без аптечек, ножом. Бля, это будет больно. Я даже, честно говоря, не представляю себе, как такое можно сделать. Типа, химеру ножом. А... Ну, я тоже. Хорошо, зажал блондинку. Мы оба... С пистолета убил ее. Ну, получается, что мы оба обоймы отстреляли друг друга. И я на пистолет переключился, а она перезаряжаться начала. Здорово. Я ждал тебя. Он, Александр тоже ждал. 23 аптечки с собой. Убейте меня кто-нибудь. Заберите 23 аптечки.
Ну все, пиздец, втроем вышли. Какой? Легендарный? Именно я их забрал. Пизда вам. Да. Все, мы тебя это услышали и сразу напали. Вам как раз лучше, наверное, вместе и держаться втроем. Ну, именно больше шансов на выживание. Да. 50 хотя бы. Александр там с кем-то вдвоем тусил. Я, кстати, понял, по какой... Чё-чё-чё? Я, кстати, понял, понял, по какой схеме ты работаешь. Ты чисто по карте круги нарезаешь, да? Ну и выискиваю, где кто сидит, потому что это... Я остановлюсь. Остановки делаешь, да? Да-да-да. Так. Кто там весит? Тут меня сейчас стрелял, и я не пойму откуда. А я не понимаю, где все? Что я всех потерял? Вообще никого не видно было. Я на центре карты одного твоего вижу. Иду за ним. А может это я? Вероятно. Стой, стой, стой. А, ну да, это был я. Я упал в эту трупу и... О! Нифига, прикинь. Я, короче, в эту... Ну вот, куда сейчас упал. А, я понял. Вот это как... Воронка, да, воронка. Да-да-да, упал. И грузовик, короче, там. В грузовике увидел Севу и дробовик. Мертвый. Да ладно, да ладно. Сева там есть? Ну, да. По... Ну, тебя сейчас получше? Ну да, сейчас получше, да. Да ладно. Да ладно, наконец-то. Я рад. Ну, такая уж плохая игра, на самом деле. Бля, надо попробовать кого-нибудь ножом зарезать, чтобы контент был. Вот классно было бы, если ты последнего чела, вот у тебя до сотки осталось. Просто убил бы ножом. Уже все, сотка. Поздно, да. Опа-опа, я кого-то слышу. Сейчас для него будет сюрприз. Надеюсь, ты не про меня говоришь? Нет, про Александра. Ух, воу. Неплохо. Ты чисто вышел, я... Нравится? Первого... Эфенка, нравится? А? Как тебе Эфенка? Прикольнее. Очень даже нравится. Ебать, там... Просто град пули летит в меня. Да нет, пожалуйста, ну да. Ну, Лёха, бывает. Так, так. Он кто-то рядом. Ох ты ж, ну... Надо было с ножом, да? Да, я с ножом сидел. Чуть-чуть. Нет, нет! Ты чё? Ты чё? Зачем? Зачем? Да... О боже, он так не вовремя. Он так не вовремя появился здесь. А ты же живой остался. Чё ты жалуешься? Контент делать надо, говорит. Так, блин. Я тебя хотел убить, там, чел. Так, ты меня убил по итогу. Я кровью истек. Да? Ну, блин, кровь не то. Мне надо... Мне надо мясо. Мне надо, чтобы прям ножом... Прям убийца. Там же вроде, когда ножом тоже убиваешь спину, тоже говорит убийца. Да-да. Кто-то по мне палит. Ох, я даже знаю, кто это.
Ну, точнее, где? Иди сюда, блядь. Сейчас не могу. Принял. Нет, 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 нет. Держим позицию. Да, я хотел аптечку захавать вообще. Ага. Че? Бойцы, гайте картину! Сука! Так. Что за жесть творится? Просто попал под этот... Я под каток попал, походу. Просто вся команда залетела сразу. Ну, Денис, ты меня не видел сейчас, нет. Это ты, нет, меня стреляешь. Не, не, за еще... бетонной трубой. Да. Да ладно, блядь! Ты чё? Пощади, блядь! Да стой, не надо, не убивай. Всё, я готов. Так, на ходу аптечку вмазал. Нормально. Ох, не, всё-таки меня убили. Ну, пока мы с ножами машемся тут, как долбоёбы. Там на нас стреляют все остальные. Сейчас будет. Удерживаем позицию! Так. Пожалуйста. Ну... Это ты, ну... нет? Сейчас ты вот ходишь. Где? Я сейчас чувака режу ножом. А, ну тогда нет, не ты. Я, короче, всё, зарезал. Тут, а, блондинку зарезал, причем. Тут такая махач был на пистолетах. Жесткий. Я подключился с третьим номером. Ух, здесь вообще мясо происходит. А, нет, 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 показалось. Или да? Рискует вообще. Как я выживаю сейчас? Это жесть. Нет, 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 не надо. Да ладно. Получилось.